А перед началом ролика хочу посмотреть группу Carbon Dancing. Все для фотошопа. Здесь вы можете заказать себе шапку, превью и так далее. Ну, все, что нужно для YouTube канала. Поэтому обязательно подписывайтесь. Ссылочка будет в описании. Также проходит конкурс. Это группа моего друга. Так что за все ручаюсь лично я. Если будут косяки, обращайтесь ко мне. Я все порешаю. Все. Всем желаю приятного просмотра. Доброе утро, господа. Сегодня у нас будет новая серичка на проекте Родина Ролиплей. Центральный округ. Мне здесь Кирилл Путбулов, и не забывайте вводить мой ник при регистрации. Итак, почему утро? Потому что сейчас у нас время 6:30 утра. Чтобы вы понимали, как вы знаете, я вчера не выпускал видос из-за того, что у моего друга был день рождения. Ну, кто подписан на официальную группу мою, тот знает, что я вчера не выпускал видео из-за того, что я был целый день занят, был на день рождения у друга. И как бы я пропустил один день, и теперь нужно это все отрабатывать. Потому что, как вы знаете, я каждый день снимаю видео и выкладываю их. И вот я пропустил один день, и нужно как бы снимать упущенное, ну, типа, наворачивать упущенное, как оно говорится, ну, короче, вы поняли. Наверстать упущенное, короче, потому что я в графика, мой график сбился, ну, как бы день рождения святое, думаю, понимаете, и поэтому вчера не было вообще серии, и сегодня я уже буду записывать. Серички для вас, я, кстати, блин, приболел что-то, я вот проснулся, у меня горло очень сильно болит, вы не представляете, насколько, просто у меня красное, но там, блядь, воспалилось, я не знаю, из-за чего, это из-за того, что, блядь, Кирилл, сука, не тепло оделся, блядь, и лазил, блядь, ночью, да, ну ладно, неважно, в принципе, да. Также нос заложило, ну, блин, это не повод не снимать видеоролики, буду стараться для вас, пацаны, поэтому ставьте лайки. И да, я читал ваши комментарии насчет того, что я купил Порша, да, я лоханулся, пацаны, но я говорил, что это ничего страшного, это просто игра. Да, я лоханулся там, ну, на 3 миллиона, может, больше, неважно, блин, это очень хорошая машина, мне она нравится, блин, ну, обманули меня, и что? Ладно, я себе купил какое-то дерьмище, которое не ехало, переворачивалось, не управлялось. А так я купил очень даже хорошую машину в полном тюнинге. Да, я мог ее купить дешевле, но все же. Да, я ж не знал, я не шарюсь, чуваки, в экономике серы, потому что она постоянно меняется. Вы сами это прекрасно знаете. На центральном округе одна экономика, на южном округе другая экономика, и на северном округе тоже другая экономика. Поэтому, блядь, я не могу так часто играть на родине, чтобы всегда знать, какая экономика и то, сколько стоит. Поэтому я думаю, вы должны меня понимать. Ладно, честно, не знаю, что сегодня будем делать, потому что я зашел, мне хреново немножко, потому что я приболел. Походу, чайка выпил. Порешаем, короче, дела сегодня. Некоторые, может быть, ну, прокатимся чисто утренние покатушки на Порше устроим. Возможно, сейчас поедем, кстати, в банк, посмотрим, может, какой-то бизнес летает. Может, попробуем его словить, либо поучаствовать на свете бизнеса. Я думаю, это будет довольно-таки интересно. Но сейчас мне надо доехать до Южного, точнее, нет, до Арзамаса и продать черепаху одну. Я ездил, продал две черепахи и сомов. Они у меня 2 недели лежали, блядь. И, короче, вот черепаху забрал. Бля, я забыл посадить. Ладно, потом приеду, посадить. Сажу, в принципе, неважно. У меня бабок 1.6. Я думаю, если какой-то бизнес будет по ввоз летать, я думаю, мне хватит денег, чтобы его словить. Хотя, блин, тут многие ловят бизнесы, поэтому не знаю, получится у нас или нет. Все, едем, короче, в Арзамас и там уже продолжим. Блин, чуваки, я чувствую из-за того, что я разговариваю, у меня горло еще сильнее воспаляется и сильнее начинает болеть. Но буду стараться как-то выживать, так сказать. Поэтому не переживайте. Не, может, конечно, лайкосиком поддержать. Это, я думаю, нормально будет. Но так, вроде бы все заебись. Стопэ, стопэ, стопэ. Сейчас будет РВС, сейчас бы тачку проебал, было бы хреново. Так, все, вроде бы как респаун машин произошел, поэтому погнали, продадим мою единственную черепашку. По имени Наташка, так, черепаха. Все, 27 тысяч. Блин, че так мало платят, блин, за эти рыбы? Потому что, блин, я покупал этот дом из-за того, что он нормальные бабки нес. Теперь, блин, дом не продавать в 2 раза дешевле, и, ну, это такое себе. Не, реально, вот Поршак классная тачка, можно с этим боком как улить, а? Вот это, блядь, дым-машина, я ее манал просто. Ух ты, это было вообще красиво, кстати, перед мусорами, да. Блин, да выебывался называется, да. Не, ну тачка реально прикольная, она полноприводная вроде бы как, я так понял, да? Да, полный привод, так, вроде бы на красный можно ездить до 8 утра. Сейчас у нас без 27 практически. Блин, надеюсь, у меня, скорее всего, да, у меня голос сегодня сядет из-за того, что мне нужно сегодня снять 3-4 видео. Ждите меня весь день с таким голосом, потому что, скорее всего, это первая, эта серия выйдет первее всех, но потом уже посмотрим. Надо будет еще лекарство, хоть, блин, попшикать горло как-то, блин, потому что это реально жестко. Так, я вспомнил, что я хотел кое-что еще сделать, поставить на вот эту бричку автолок, потому что, блин, я привык, что у меня на всех машинах есть автолок, а здесь, блядь, его нету, поэтому сейчас мы его поставим по борику. Блин, надеюсь, мне нормально слышу, потому что мне трудно громко говорить. Так, 190 тысяч, по херу просто, паем, все, заебись. Так, поехали теперь в банк Южного, потому что там можно смотреть, какие, блядь, твою дивизию нахуй, какие бизнесы дома слетают. Ну, дом меня не интересует, мне
идут бизнесы, и заодно оплатим налоги. Как раз скоро Payday будет, и может какой-то бизнес мы либо словим, либо посмотрим, как его ловят, поучаствуем, в принципе, просто. Я никогда не был на сути бизнеса, либо дома, поэтому мне это будет интересно. Кстати, я заметил, что на Паршаке номера такие неплохие, RAR 5585. Да, в принципе, вот такие вот номерки, и пробег, кстати, тоже небольшой. Поэтому, блин, я не переживаю насчет того, что, типа, там, меня обманули, типа, это я сам виноват из-за того, что я не знал, сколько что стоит, как бы. В этом моя вина есть, но чувак поступил как настоящий пи, дальше продолжать не буду, вы поняли, из-за того, что, ну, он воспользовался этим. Я ненавижу людей, которые обманывают других людей, вот серьезно, я бы таких людей просто убивал. Но это игра, как бы, но все же, блин, если он в игре такое делает, то... блин, я думаю, есть вероятность того, что и в жизни он тоже такой самый человек, поэтому я не люблю таких людей, которые обманывают. Блин, я только что приезжал возле СТО и задумался над тем, может поставить на Паршака гидравлику. Да, я знаю, она многим не нравится, потом я ее не продам, но все же, блин, у меня никогда не было, по-моему, на родине... А, не была машина с гидравликой на родине. Так, давайте платим наши налоги на тачки. Ух, ебать налогов, ёпту налево, чё так много? Это у меня 800 рублей как-то... Первый раз такая тема, на самом деле. Давайте быстренько все платим, чтобы ничего не слетело. Так, и дома плачу. Замечательно. Так, теперь давайте посмотрим, что у нас тут слетает. Так, бизнесы, которые... через 6 PDF бизнесы тебя только. Ну, такое себе. Использовать, Амунация, тир слетает. О, интересная тема. Так, через 6 пейдеев. Магазин садоводства. Так, давайте чекнем вот это. Так, все, я отметил его на карте. Давайте глянем. Чисто мне интересно, что это за бизнес. Амунация, где она слетает. Так, давайте глянем. Мне реально интересно. Блин, так, это в Батырево. Отлично, через 6 пейдеев. Я не уверен, что она именно слетит. Ну, хотя все бывает. Как бы, амунация, думаю, это неплохой бизнес, как бы. Поэтому, я на солибо попробовал словить, но это будет аж через 6 часов. Как бы, ну, такое себе. Поэтому, не знаю, может попробую, может нет, но просто я уверен, что там будет очень много людей и шансов у меня нет. Надо хотя бы узнать, какая там госка. Давайте реально съездим, посмотрим, чисто так, для интереса. Может быть, я в натуре, если будет у меня время, в это время, когда он взлетает, то я попробую его словить и запишу это на видео. Да, возможно, не словлю, но это будет довольно-таки, я думаю, интересно. Я никогда такое не снимал, поэтому можно будет попробовать. Да, я видел, что там еще есть бизнес-садоводство, но как-то мне он не очень интересен. Ну, хотя, надо было чекнуть, может, это типа возле моего дома, дом садоводства. Было бы довольно-таки, кстати, неплохо, если бы это он слетал, и я его словил. Поэтому надо будет потом чекнуть тоже. Ну, ладно, хотя, может, развернемся, давайте. Ладно, давайте съездим в Батырево сначала, а потом я вне серии съезжу, гляну, что там за магазин садоводства. Они слетают ровно через 6 PDF, что тот бизнес, что тот, поэтому сейчас будем смотреть. Я просто, мне интересно, какая там госка, чтобы я, не зря там потом ехал туда. Если мне хватит, типа его словить, моих денег. У него госка там, лям 300, то я попробую словить. Если больше, то смысла нет ловить, потому что у меня таких денег нету. А, да, я, кстати, его перекрасил. Ну, вы на скриншоте видели, что я его перекрасил, а в видосе он был темно-фиолетовый, как бы. Ну, я подумал, у меня все тачки этого цвета, по сути. И я решил его оранжевым сделать. Я думаю, этот цвет ему даже очень идет. Так, вот мы приехали, в принципе. Давайте посмотрим, что там за госка у него. Там же госку пишет, по идее. Тут же какой-то чувак стоит. Так, интересное кино. Блять, госка 6 миллионов. Да ну нахер, что так дорого? Мне таких бабок нету. Походу, пацаны, меняется ловля бизнеса. Ну, надо будет глянуть еще магазин садоводства. Но, наверное, это я сделаю уже вне серии, либо в следующей серии. Посмотрим. Я съезжу, посмотрю сам, какая у него госка, в принципе. И потом уже буду думать. Если мне хватит, то я, может, попробую словить магазин садовоз. 6 миллионов эта хрень стоит. Чё так дорого, Ладно, все, пацаны, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Подписывайтесь на канал, вводите мой ник при регистрации. И всем пока-пока.